Детские и спортивные площадки, парковочные места, озеленение, пешеходные дорожки, освещение, информационные стенды, площадки для сбора мусора. Эти 6 обязательных элементов благоустройства дворовых территорий в этом году появятся еще в 31 дворе Ленинского района. Сейчас работы находятся в активной фазе. 8 дворов полностью готовы. Остальные будут завершены к концу августа. И только жителям поселка Новодружино и бывшего военного городка Петровское придется немного подождать. Здесь благоустройство закончится не позже середины октября. Это связано с тем, что на этих территориях, ко всему прочему, полностью будет заменена инженерная система. Я надеюсь, что жители отнесутся к этому с пониманием. И, естественно, когда они увидят результат, увидят свои благоустроенные дворовые территории, вот, то они, конечно, будут этому очень рады. Особое внимание уделяется парковочным местам, их в этом году появится порядка 3000, и детским площадкам. На пригодных к использованию будет положено новое специальное резиновое покрытие, а те, которые не соответствуют стандартам, будут полностью заменены. Многие родители уже успели оценить обновленные зоны для прогулок с детьми. Нравится, удобно. Здесь вроде как бы уютненько. Всего на комплексное благоустройство дворовых территорий в этом году запланировано потратить порядка 230 миллионов рублей. Помимо дворов будут благоустроены и другие зоны отдыха, например, скверы в сельском поселении Молоковское и Расторгуеве. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.